plan on doing any less. An old friend with an E out at the Best Oil say Junior come blowing through, making everybody's life a living hell, and he won't leave until he can get the business right. Never heard of Junior Harlan being so dang motivated. When you have to kick up to Sal Marcano, that'll light a fire in the ass. That, and all the speed he's on. When you whip his ass, tell him he shouldn't have messed with Gina Kowalski. I'll catch you later, Gina. Поедем поговорим с Джуниором Джеком. Так. Но. Первоначально мы спиним тачечку у бабы. Вот эту тачку, я думаю, мы возьмем. Так. И теперь давайте-ка мы с вами сделаем одну умную вещь. Ага. В принципе, поехали. Что-то мы с вами затупили. Вот это еще был уже скач. You at a crossroads, Junior? You can come work for me. Or... Alright, fine. Now get the fuck off me. Sure thing. Шикарнос. Вот это сейчас было удачненько. Так. Мы отдаем Кассандре. Да, мы с вами отдадим все это Кассандре. Да, давайте отдадим Кассандре. Так. Look over there. One of those cars has one of them fancy 8-track tape players in it. Так, замечательно.
Мы заберем бабушки. Угу. Джумер, я ваш постоянный клиентер, пофиг. Ты еще проект не был, мы с твоим отцом знакомы с 47-го, если я заказ желтый. Ага, будь добр подогнать его. Мне именно его, а не выкручивайся, мне заваляющего красный Касимир, будто я дитё малый и знать не знаю, чего хочу. Исправься немедленно. У, чувак, бля, он уже пизды получил. Вот. Теперь все в наших руках, поэтому, чувак, не ссы. Так. Так, и давайте-ка мы с вами покинем замечательное заведение, я думаю. Так, и поедем выполнять следующую побочную миссию. Ну как побочную? Сюжетную миссию. Какую нахуй побочную-то, а? Не, ну вы чё, совсем, ребятушки. Сюжетную. Сейчас мы только аптечку поднимем и бабушки. Угу. Они мне нужны. Так, аптечка есть, тачка есть. Так, теперь поговорить о Фрэнке Пагане. О, нет, поговорить с Пабло Дуарте. Давайте мы вот это выполним. А уж потом у нас будет следующее видео убить Пагани и прочее. Поэтому давайте-ка. Не будем особо отвлекаться и сразу поедем. Не, ну конечно, я очень жестко, блядь, приехал на тачке всех. Хуяк, я думаю, меня сейчас отпинет просто. Ну, они бы меня убили, я так думаю, потому что, ну, вариантов там у меня было, ну, очень мало, ребятушки. Поэтому, блядь, я даже, сука, не знаю. Я даже пересрал, если честно, так признаться, блядь. Не, ну не так, что прям кучу там заводики начал строить, нет. Но все-таки не особо приятно было. Так, а я типа поговорим. В принципе, он не так далеко от нас находился. Блядь. Угу. I think you've been waiting for me. Yeah, Pablo Duarte. You're with the company? Not exactly. There gonna be a problem? If you can help keep money from going to those communist bastards in Cuba, then no. You with the Cuban Revolutionary Council? I made it through that disaster back in 61. Ended up here. I still have connections, though. It's how Frank Pagani's smuggling operation got on my radar. His man, Pops Holland, runs the freight yard. Does a lot of business with Havana. All that commie talk about common ownership is so much bullshit, it's sickening. Those hijos de puta only care about money. Since losing River Row, Pops has had to resort to airdrops. They move them around, so you'll have to find out where they're happening. I'm sure Pops' people will be more than happy to help me out. I'll be back, Pablo. Fuckers working for Pops Holland know what he's doing. Замечательно. You're gonna need to get at them. Поехали мы разбираться со всей этой кучкой говна. Наша тачка готова. И давайте мы с вами выберем контрабанда. Украсть деньги папаши, убить головорезов папаши. В принципе, не так все сложно. И все находится поблизости, поэтому... Может быть, даже захватим райончик с вами, ребятушки. Погнали. Так, ну, в принципе, ничего сложного, но давайте-ка мы с вами закажем оружие. Тикфо, just about out of everything. Sorry, man, cunt. I'm in Tikfo. Send someone for this extra cash. Sure thing, Cher. Heading your way now. Jackass! Your money's keep always safe. Safe over here. Okay.
I'm in Tig 4. Just about out of everything. No can do, friendo. Maybe next time. Tick four. Just about out. No can do, friendo. Maybe next time. I'm in Tick four. Just about out of everything. No can do, friendo. Maybe next time. Так, в принципе, нам все понятно. Прощай. Так. Иди сюда, сучка. Раз, два, три, четыре. И пятый, шестой, вот он. Замечательно. Теперь. Не успел, не успел. Дружище, а ты где? Так. Ту-т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 у. Так, да? Угу, 10 тысяч. Окей, так. Угу. Вуаля. А нам осталось 17 тысяч. Замечательно. Так, теперь мы с вами будем делать следующее, да? А что мы будем с вами делать? Нам надо отсюда теперь съебаться. Ну, смысла оставаться в этой замечательной компании трупов нам нет, поэтому мы с вами уходим. Как полагается, тихо, аккуратно и никому не мешая. Эх, сколько людей ушло просто так. А вот наша припаркованная тачка аккуратненько и четко. Следующее у нас задание — убить головореза, да? Потому что, да, там очень мало было коротких заданий. Так, поехаем. Поэтому поехали убивать. I'm in Tick 4. Just about out of everything. No can do, friendo.
Maybe next time. Hurry the fuck up. This is what happens if you lip off. Goddamn day. Next time, keep your damned mouth shut. Renee! Так. Не, с людьми что-то не то сотворилось. Они почему-то умерли. Ну, такое бывает. Фу. Так, в принципе, мы здесь как бы закончили, но мне не нравится, что я не могу вызвать. Услуга недоступна, недосягаемость, это как, сука, блевать. Поехали. Нам, в принципе, нужно оружие. Потому что патронов у меня как-то вообще маловато. I'm in tick four. Just about out of everything. Sorry, man. Can't do it right now. Блядь. Ну, принесся, в принципе, по стелсу. Потому что... Бля, не знаю. Так. Угу. Просто полнейшее отсутствие патронов.
И мне это не нравится, потому что я хочу повоевать. Ладно, в принципе. Никто не ищет легких путей, в принципе, никогда. А и мы не будем. Вот ты и попался. Попс Холланд смуглый рэкет. I wanna know about it. The drums coming into the marina. Pissed off motherfucking ain't Butterbean monsters over there. Don't leave town. Your ass is mine now. Так, патронов у нас нихуя, живем, сука. А, блядь. Блядь, а птичку надо поднять. Но, да ёб твой, все, заебись, ладно. Теперь. Давайте, в принципе. Чуть-чуть облегчим себе задание, потому что. Так, куда сука спрятался? Выйди, блядь. Блядь, скилл-блюдок, ладно, пойдем разбираться с ним вручную. Да ты охуел! Блядь, вот пидор, ёбаный, а? Так, там пиздюки, там еще ящики, давайте тут мы с вами разберемся. Ух ты, блядь, мне, сука, ёбаный дозорный.
ублюдок. Ёбаное подкрепление. Так. Блядь. В принципе, нас убили. И должны уже дать нам возможность заказывать вызов оружия, потому что у нас что-то совсем не хватает. Боеприпасов так бы мы с вами затащили. Просто как нихер делать, но вот нам пока не повезло. Поэтому давай что попробуем. Я потерял 5. Я прям, сука, не знаю. Ой, как мне радоваться-то, а? Ёбаный в рот. Это ж такая, блядь, радость, сука. Так. Здесь нам нужно 28 000. О, бля! Бразота так. И теперь... Ага. Убить фасолинку. Сейчас убьем фасолинку, хули. As promised. Appreciate it. Фасоленька, блять, кто им такие клички давал, а? Его фасоленька насиловали в задницу или куда, блять? Не, ребята, меня здесь не было, вы о чем? Ебать, сколько мне ехать. Ну ладно, поехали. Thank you.
Враждебная зона береговая охрана. Пока. Видите, какие мы с вами умные люди. Мы делали все грамотно. И теперь едем разбираться дальше, друзья мои. День, такая дерьмовая тачка, чувак. Ты за ней еще бегаешь. Плохо, плохо, друзья мои. Фасолинка была самая тупая. Я считаю. Из всех этих мини-боссов. Головорезов. Самая тупая это была фасолинка. Somehow managed to piss off both the communists and the gangsters. Word is Pops Holland is seriously fucked thanks to you. Best way to make a crook squirm is to hurt his money. Huh. Yeah. I heard Frank Pagani told Pops to get his ass back to the freight yard. Pops isn't going anywhere until you're dealt with. I understand he's a hard motherfucker. He's a survivor. Thanks for looking out, Pablo. But I dealt with a lot worse than Pops. Папаша, я иду к тебе. О, первоначально, друзья мои, давайте-ка мы сделаем с вами одну умную и нужную для нас вещь. Во-первых, вызовем нормальную тачку. Папаша, же едем. Во-вторых, вызовем это и вызовем это. Ты поехала? Так, пистолеты.
Вот это мне нужно. Схема у нас уже отработана. Поэтому не будем тянуть кота за яйки. А сразу делаем все грамотно. Лох. Так, мы не пройдем, поэтому мы пойдем вот так. Как раз там поднимем. Броник. И аптечку давайте купим. Дальше я приобретем ее бесплатно. Ага, у нас перебор с аптечками. Хорошо. Пока, дружище, пока. Да вообще какие-то проблемы с этим непонятны, друг мой. Так. И непонятно зачем. Нам надо было убивать этих гениев. Ну вот. Раз убили, ну что ж теперь. Money's the same color as everybody else's. It got me pinned! Вот и поговорим, папаша. Work for me, and I'll let you keep doing what you're doing. Okay, fine. I'll work with you. Real happy to hear that, Pops. Я бы очень сомневался, если бы он нам отказал бы. Знаешь, я такой маленькой просьбой. Маленькой просьбе. Очень маленькой просьбе.
Давайте отдадим этот Кассандре. If we're gonna hold Titfall Harbor, I'm gonna need some of your guys. Putting us in there gives us a foothold on the district. All you gotta do is make it official at the next sit down. Ну вот и все, друзья мои, мы с вами красавцы, мы с вами делали вообще все шикарно, я считаю. И в следующем видео мы уже будем захватывать район и отдавать его Кассандре. Почему Кассандре? Потому что нам надо продвигать нашу дружбу со всеми. И все будет у нас с вами замечательно. А пока подписывайтесь на канал, ставьте палец, добавляйте ролик к себе, рекомендуйте нас своим друзьям. И всего вам доброго. До встречи.